попросила моя мама обнять маму Бориса и сказать, что тысячи минувших матерей сегодня рядом с ним. И это не есть преувеличение. В Беларуси Бориса знали очень-очень много. Есть российские политики, такие как Путин, которому многие боятся. Есть такие, как Жириновский, над которым немножко все насмехаются. Борис был тот, которого действительно любили. И вот эту любовь я привез сюда. Мы с ним собирались встретиться на следующей неделе в Вильнюсе. Выпить пиво, поговорить. К сожалению, это не получилось. Но у нас есть общее дело. Общее дело, которое мы должны делать и в Беларуси, и в России. Я хочу выразить соболезнования, родным и близким. И сказать, пока мы вместе, мы действительно можем и в состоянии делать то, что не совершил Борис Немцов. И чтобы эти последние минуты, которые он здесь проводит с нами, как можно больше людей смогли хотя бы мысленно с ним попрощаться. И сейчас, когда будут выносить тело Бориса Немцова, на скрипке будет играть маленький мальчик Сава, сын Ильи Фарбера.